Первые выплаты для компенсации ущерба от сильных ливней жители Дальнереченской и Дальнереченского района Приморья получат уже на этой неделе. Компенсировать потери населению максимально быстро поручил властям губернатор Олег Кожемяка. Дальнереченск оказался в эпицентре стихии, приняв на себя основной удар наводнения. Оказались потопленными 456 подворий и 191 частный дом. По первым результатам оценочных комиссий уже принято больше 500 заявлений от граждан, более 100 обработано. Определены первые выплаты по 10 и 50 тысяч рублей.